символ победы. Ежегодно 9 мая принято украшать свою одежду яркой оранжево-черной георгиевской лентой. Впервые акция стартовала в 2005 году, и успех был невероятный. Каждый хотел получить праздничную ленту. Их крепили не только на одежду, но и на сумки, машины, вплетали в волосы. Однако носить георгиевскую ленту можно лишь на груди, у самого сердца. История этой ленточки началась еще в царской России во время русско-турецкой войны. Тогда Екатерина II вместе с орденом Святого Георгия награждала такой лентой самых мужественных воинов. Также ее дополнял девиз «За службу и храбрость». Цвета этого символа воинской славы перекликаются с цветами Российской империи 18 века. Черным изображали орла, оранжевым, точнее золотым, заполняли поле государственного герба. Во времена Великой Отечественной войны такая лента украшала колодки ордена славы и медали за победу над Германией. В рамках акции сегодня георгиевскую ленту носят в знак памяти и уважения воинам. Ежегодно в преддверии праздника волонтеры из молодежных объединений раздают березняковцам этот оранжево-черный символ. Мне кажется, это символично, ведь именно наше поколение должно помнить павших героев. В моей семье тоже есть ветераны войны, и мы также поддерживаем эту традицию.